что-то узнал? Да. Последние 15 лет они живут в Париже. Но есть хорошая новость. Они скоро будут в России. Когда? Уже завтра будут в Москве. Адрес сообщу позже. Спасибо вам огромное. Это моя работа. Чуть не забыл. Этот Рома психически неуравновешен. Избивал родителей. И неоднократно пытался совершить самоубийство. Я не люблю тебя, понимаешь? Не люблю. Я не хочу быть с тобой. Но как же ребенок? Ему нужен отец. Я люблю другого. Он богатый, перспективный и любит меня. Прости, я не хочу быть с тобой. Не ищи нас. Мы никогда не будем вместе. Но я не могу без тебя. А я могу. Все, прощай. Ната, это ты? Ой, простите, опознался. Да, Михаил, я понял. Дом 3, квартира 105. Завтра будет трудный день. Дима, я всегда любила только тебя. Рома, ужасный человек. Ты нужен нам. Ася! Вов! А вдруг они меня прогонят? Да! Да! Я понимаю! Главное, что я увижу их! Да, ты прав, но прошло 17 лет. Я не видел ее 17 лет. Вдруг я приду и ничего не почувствую. Может, прошла любовь? Да. Я несу полный бред. Как я могу разлюбить ее? У меня никого не было после нее. Ну, только так. Мелкий цвет. Цынь. Кто там? Здравствуйте! А Наташу можно? Да, мама сейчас подойдет. Мама? Здравствуйте. Что вы хотели? Ната? Ната, ты меня узнаешь? Дима, зачем ты приехал?
Что ты здесь делаешь? Я приехал за вами. Я люблю тебя и хочу жить вместе. Но у нас другая жизнь. Почему? И меня в ней нет? Почему? Почему? А как же моя дочь? Она уже давно не твоя. Почему ты решаешь за нее? Я знаю, что тебе плохо с Романом, что он псих. Как странно. Вчера мне приснилось, что ты пришел, и мы были вместе. Но прошло столько лет. Тогда собирай вещи и поехали. Думаешь, это так легко? Рома нас не отпустит, и я от него беременна. Я! Поговоримся. Я! Дома! А это кто? Дима, отец Аси. Вообще-то я ее отец. Прости, но это не так. И да, кстати, они от тебя уходят. Ты кто такой? Пошел вон отсюда! А ты шлюха! Да кто тебя спрашивает? Что? Это правда? Рома, я всегда любила тебя, но как друга я благодарна тебе. Что ты несешь? Какая к черту благодарность? Я убью себя, и вас посадят, и вы счастливы вместе не будете. Хотя, может, мне еще и Наташу убить? Будем с ней вместе гулять на том свете. Да что ты несешь? Только попробуй убить ее! Рома, ты что, с ума сошел? А? Вы счастливы не будете! Тебе лучше уйти. Мы справимся сами, прости. Но ты же согласилась уехать. Что случилось? Он был мне отцом 17 лет, а ты пришел и все разрушил. Думаешь, это так просто? Прожить с человеком 17 лет и все забыть? Ася, ты еще не понимаешь. А где ты был все эти годы? Он был мне отцом. Уходи, прошу тебя. Что я наделал? Неужели я опять буду один? Я же не убивал его. Да, он устроил мне сладкую жизнь. И Асе я чужой. Может, мне действительно лучше уйти? Я как идиот разговариваю сам с собой. Стоп! Какой уйти? Я должен ее вернуть. Но как? Что? Зачем ты вернулся? Я люблю тебя! Я люблю Асю!
Но... Не перебивай меня! Я не договорил! Не хотите, чтоб я с вами был? Придется! Я буду любить вас за всех! Я понял, что не могу без вас жить! Ася, прости, что меня не было 17 лет, но так было лучше для тебя! Я теперь хочу заботиться о вас. Я хочу увидеть, как ты выходишь замуж. Я так рада.